Говорят, неотложные дела, потому так и называются, что их нельзя отложить. Но это только кажется. Пиво – золотая бочка. Надо чаще встречаться. Ментос. Свежее решение. Все, что выходит за рамки обычного, мы привыкли называть чудом. Предпочитаю отечественный, натуральный, полезный. Я люблю густой, сливочный. Питательный. Можно быстро утолить голод. Вкусно, жалко оставить даже капельку. Чудо-йогурт. Наш йогурт. Кофе-кран, с ним жить становится богато. Ведь тонкий вкус ценнее жемчуга и злата. Кофе-кран. Компьютерные специалисты нашей компании отлично знают свое дело. Они считают, что использование новейших технологий немыслимо без прямых отношений с производителем компьютерной техники. И я, как руководитель, с ними полностью согласен. Нам не нужен поставщик, который просто привозит технику и умывает руки. Нам нужно долгосрочное партнерство. Поэтому мы выбрали Dell, мирового лидера компьютерного рынка. Dell – надежный партнер на длительную перспективу. Компьютеры Dell созданы на базе процессоров Intel Pentium 3. Неудивительно, что Invite Plus весит гораздо меньше лимонада. Неудивительно. Сладости из него можно получить гораздо больше. 2 литра. Неудивительно, что у Invite Plus масса разных вкусов. Удивительно, что при всем при этом Invite Plus стоит дешевле лимонада. Invite. Просто добавь воды. Сложно чувствовать себя комфортно, когда заложен нос и першит в горле. Тюнс. Леденцы с ментолом. Они быстро избавят вас от первых признаков простуды, и вы легко вернетесь к обычному ритму жизни. Тюнс. И дышится легче. Человек открывает все новые виды аллергенов. Но, как и прежде, Супрастин помогает при любых видах аллергии, включая аллергию на пищевые консерванты. Супрастин. Классическое решение проблем аллергии. Пойдем. Чайку попьем. Лисма. Чай доступный по цене. Блестящие, мерцающие, такие забавные. Новая коллекция бритвенных станков Sensor XL от Gillette для женщин. 3 хитовых цвета. Кто сказал, что бритье это скучно? Гладкая кожа это красиво. Гладкая кожа это Sensor XL. Маловато. Маловато будет. А это? А это в самый раз. Ай да пиво. Ай да Красный Восток. Победа не за горами. Трибуны ревут. Мяч штрафной. Удар. Гол. 1,5 часа, и мы узнаем, кто получит чемпионский титул. Футбол. Финальный матч Кубка России. Локомотив. Москва. ЦСКА. В воскресенье, 21 мая, на Первом канале.